И мы хотели спеть песню на стихи Юсуф-оглы Онегина Гаджикасимова. Многие кто-то знает, кто-то не знает, но это очень замечательный поэт-песенник. И сейчас вы и все вы знаете эти песни молодости нашей. Композитор Давид Тухманов. Итак, начинаем. Льет ли теплый дождь, падает ли снег? Я в подъезде против дома твоего старика. Жду, что ты пройдешь, а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, о, как я счастлив, странно и смешно. Наш устроен мир, сердце любит, но не скажет о любви своей. Пусть живу я и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем признавши слышать нет в ответ, а я боюсь услышать нет. Потому что в ней грусти не тая, я себя назвал самый нежный и красивый. О, и это правда, по ночам в тиши я пишу стихи. Пусть твердят, что пишет каждый в 19 лет. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел, но не сумел. Но тает снег, весной всегда, быть может мне, ты скажешь «да».